В городе Севастополе появился профессиональный репертуарный театр. То есть каждую субботу-воскресенье родители вместе с детьми могут прийти на спектакль. И это чрезвычайно важно, потому что до появления нашего театра в культурно-информационном центре ничего подобного не было. Вот. И уже сегодня практически на наши спектакли не купить в день показа билетов. То есть их нет. Обычно они раскупаются за 3-4, а то и за неделю. Вот. Чему мы чрезвычайно рады. Это вот, ну вот год театру, но уже о нем знают и уже хотят. Потому что театр очень необычный. Это же не стандартный театр. В нем же нет сцены, в нем нет зрительских мест. Это домашний театр. Там дети вместе с родителями сидят на подушках. И все действие происходит рядом. А перед самим спектаклем в гостиной театра происходит очень много всяких вещей. Актеры, которые потом уже выходят на сцену, они играют, знакомятся. Возникает некое общение. И они уже на актеров смотрят не отстраненно, а это уже их знакомые, это уже их друзья. Что подразумевает домашний именно театр. Поэтому театр действительно такой... Ну, то, что мы хотели сделать, то, собственно говоря, вот мы и делаем, и развиваем. Мы очень надеемся, что у нас появится возможность, и мы уверены. Ну, видите, театр же постепенно, это же такая вещь очень трудоемкая, нам всего годик. Поэтому мы особо события не торопим. Все будет, все обязательно будет. Вот сейчас, благодаря культурно-информационному центру, нам уже закупают свет, который... Мы работаем с бытовыми лампочками сейчас, в данный момент. Просто с бытовыми лампочками. У нас появится профессиональный свет, профессиональная какая-то аппаратура. И, безусловно, появится еще, конечно же, актер. Но на все надо время.